Привет, дорогие друзья, с вами Шульман, играем в Skill Girls. Не знаю, что за игра, возможно, интересная. Такой вам дрожку. Это Сисяндра. Даже бить неохота. Ты, вот знаешь, какую анимацию прям сиськи сделали специально. Ох ты, вот, это Бонни. Ох ты, фига, вот это анимация прикольная. Че такое? Блин, прикольно так. Супер удар, смотри. Блин, кстати, прикольная такая. Необычная файтинг-игра, я бы сказал, даже очень. Еще дополнительно совсем чуть. Так, ну все, мы тут скачали. Так, вот узнаем. Давай, какого нам дадут перса? Вот это тоже такой прикольный. Тетястую бабу бы дали. Было бы прикольно. Далее. Ну, посмотрим. Давай. Ух ты. Чувак, какой, блядь, здоровый. Не забывайте, что призыв союзник требует перезаряд. Нельзя опустить его снова, пока он не перезарядится. У особых приемов также перезарядка. В отличие от блокмастера, перезаряд требует удар. Призыв союзника — особый прием. Блокмастер открывается практически неограниченные возможности. Давай посмотрим. О, прикольно. Ой, необычный, кстати, персонаж, я бы сказал. Ой, критически. Ох ты, жестко. Он поймал. Ты-дын. А, типа сразу такой удар. Блин, прикольно, мне нравится. Интересная игрушка. Ну, в плане жанра файтинг вообще, я бы сказал, дал бы ей первое место в топе. River Kings. Все испытания пройдены, теперь я помогу тебе избежать лаборатории. Давай, реликвии. Получение. Так, какую реликвию мы получим? Давай, быстрее. Да ё-моё, чё как долго? Ох ты, дублёр там, чувак какой-то. Интересные персонажи еще, знаешь, необычные. Как минимум необычные. Так, все у нас здесь, да? Так, ну все, после у нас введения имя, Шевили, привет. История, так, идем по истории. Кстати, о рыбках. История прикольная. Осталось совсем чуть-чуть, нужно загрузить дополнительно. Да, конечно, меня обманули. Я качал очень долго. Полчаса, наверное. Потому что у меня интернет здесь маленький. Ой, небольшой. Этот... как сказать? Пинок. Что такое? Эту игру, карту персонажа, универсальные средства для подготовки персонажа к бою. Давайте сначала экипируем новый прием. Экипировка, далее экипир. Вот. Все, далее и погнали. Уф, после такой подготовки можно и в бой. Ну-ка, нажми кнопку в бой. Бой. Погнали, на банный раунд. Так, все, экипировка у нас жесткая. Мы взяли что-то там. Файр. Что такое? А, надо защищаться вот так вот. Блин, стоп. Это как с мультфильма, да? Еще.
Во! Фу! Дианс! Дианс! Инзи! Ну, здоровяк такой, прикольный. Труба, конечно, у него прям шален вылезает. Так, далее. Что у нас далее ждет? Нам дали, кстати, нового героя, его поменять что-то не дали. Ну ладно, что-то я не подумал пропустить. Ну смотри, у нас получается подготовка, да? Против такого же чувака. Тут у нас экипировка. Снова здесь очередной урок. Давайте, да получи уровень очень даже. Что там, бля? А, типа умения. Умение персонажа заблокирован. Блин, прикольно, тут ветка еще персонажа есть. Интересная тема. А ты ж умение мы поставили. Еще можно даже улучшить, по-моему, да? Че такое? Сокращает время перезарядки энергии. Давай. Че такое-то? Сокращает время перезарядки энергии. Давай. Что-то у нас там еще будет жестко. Не знаю, а это что такое? Увеличить силу атаки. Ой-ой-ой. Так, давай. Мы увеличим силу атаки, а будет у нас атакер. Хотя мы что-то этим играли в последнее время, да? Это. Повышать здоровье. Все, мы его улучшили прям жестконько. Кудыщ! А есть еще чувак у нас? Вот Харкбас. Вот тоже два умения у него. Совершает отскок, платив урон от одного удара. Настоящих монет. Ой, у нас монет недостаточно. Ну ладно, фиг с ним. А что там, усилить можно у него? Нет, ничего, усилить нельзя. А, вон, кстати, персонаж у нас есть. Ладно, отряд. Сколько она? 105. Нет, 135. Ну, так-то она прикольно. Ладно, давай. И видишь, сколько энергии у этого чувака. То есть, он заканчивается, можно поменять отряд. Че, в бой? С большой дырой. Хо! Давай, братец. Не-не. А что такое было у него? Тоже супер удар такой? Ну нифига себе, супер удар такой, смотри. Тихо, тихо, не бонус. А, видишь, я не могу его нормально убить, потому что, видишь, он против таких чуваков, он лучше дерется. Так что это был стихийный бонус. Ну ладно. Ничего страшного, нового уровня. Ничего, пойдем. У нас пока нет бабосов, чтобы там как-то. Давай против двоих сейчас прям сразу. Тебе от нас не скрыться. Ну давай, вот это будет жесткий бой прям. Он почти равный. Чуть-чуть я лучше, но не факт, что я лучше. У меня, по-моему, стихийный бонус сейчас будет. Ах ты, сучу Поттер. Давай. Вот. А, убил. Да.
Ну, защищает, смотри-ка. А, убил, блин. Убил. Дох, yes. Изи. Четкий вообще, четкий. Не, игра четкая вообще, мне он нравится. В принципе, здесь понятно, улучшаешь, что ты делаешь, как бы здесь, ну, нет, но именно боевка крутая. Ладно, ребят, на этом все, если вам понравилось, ставьте лайк, с вами был Шевилин, до новых встреч.